Сибайский городской суд вынес приговор по делу о превышении полномочий первому замминистра регионального Минтранса Виктору Жулькову и бывшему мэру Сибая, ныне генеральному директору регионального фонда Рустему Авзалову. Каждому из них назначили штраф в размере зарплаты осужденного за 8 месяцев, сообщила прокуратура республики. Как установило следствие и суд, Жульков и Авзалов в сентябре 2021 года организовали без конкурса выполнение коммерческой кампании ремонта дороги на улице Горького Сибая за 9 миллионов рублей. При этом мэр города не обеспечил строительный контроль. В результате работы провели с грубыми нарушениями госстандартов. В итоге возникли дефекты и недостатки, чтобы устранить которые, надо обустроить дорогу заново. Кроме того, в целях оплаты работ подсудимые способствовали выделению из бюджета республики денежных средств и формальному проведению торгов. Также в мае-июне 2022 года без проведения конкурсных процедур незаконно они организовали ремонт участка автодороги Сибай-Туаляс на общую сумму свыше 9 миллионов рублей. Подсудимые вину не признали, решение суда еще не вступило в силу и может быть обжаловано.